Сегодня, 5 февраля, завершилась смешанная эстафета по биатлону на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала сборная Норвегии со временем 1 час 6 минут и 45 секунд, в общей сумме 13 промахов. Второе место у сборной Франции – они отстали от победителя на 0,9 секунд и допустили 11 промахов. Бронзу завоевала сборная России, в общей сумме допустили 13 неточных выстрелов и отстали на 1,5 секунды. Напомним, в состав сборной России на эстафетную гонку вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Следующей будет индивидуальная гонка среди женщин, также в рамках Олимпийских игр в Пекине, она состоится 7 февраля в понедельник в 11 часов по московскому времени. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, а также трансляции гонок.